Ну что, у нас очередная распаковочка. Пришло большое колесико. И сейчас мы его распакуем. Вадим, подержите, пожалуйста. Колесо, которое всекает, от которого все тащатся. Смотрите, какой дизайн, а? Какой лейбл, а? Артемий Лебедев отдыхает, красота. Ох, не знаю, как оно будет, конечно. Так, здесь у нас бумажечки. Давай посмотрим, посмотрим, что за бумажечки. Здесь у нас гарантия, год гарантии. Странно, интересно, как она действует, эта гарантия. О, какая красивая книжечка на русском языке, на китайском языке, да? Все. Шрифт хороший, замечательно. Зарядочка у нас здесь. Зарядочка у нас здесь. Так, читаем, что здесь у нас написано. 100-вольтовая зарядочка, 3 ампера. Два вентилятора. Все работает. Да? Так, это мы отнесем в тепло. Продолжаем смотреть, что там положили, кроме красивых буквок. Так, наверное, надо коробочку саму достать. Чтобы достать коробочку, мы поставим камеру, наверное. Вот так вот. Почему гаснет экранчик? Мне было приятно смотреть его. Приятно было смотреть в экранчик. А мы снимем потом отдельный обзорчик про GoPro. Я про все гадости расскажу, почему там экранчик гаснет и все остальное. Сейчас нам надо вытащить коробку, Вадик. У них нет, только не с одной стороны, а вот так вот, смотри. Вот так вот возьми, да? Ага. Давай, 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 чувак, давай. Давай, давай, я поднимать, лучше ты опускать, понял? Только не сильно, а то коробка прорвется. Давай, 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 я хочу просто красоту достать. Идет? Идет, чувак, почти, убирай. Что это у нас? Вот у нас. С этой стороны у нас такая красота. Почему у меня была другая? Так, у тебя была другая. С этой красоты стороны у нас такое все. По-китайски какая-то модель F прям. Моделей там немыслимое количество. Вес 23 килограмма. Так, и с этой стороны у нас. Ну я-то ожидал увидеть взрыв-схему. Я видел раньше красивые взрыв-схемы от Gatway. Ну и ничего тоже. Единственное, здесь они, конечно, схалтурили, да? Вот эту штучку беленькой не сделали почему-то. А так все достойно. Буковки очень хорошо сделали. Так, смотрим, что там дальше у нас. Вадим, можно вас попросить? Да-да, конечно. Ага, Вадик сегодня на колесе поехал. Первые сколько? Километров 10 уже проехал. Обалдеть, первый день на колесе, столько проехал. Да. Опа, а тут я еще со своими распаковками. Так, в коробочке у нас вон такой пенопластик удобненький, да? Коробочку не выкидываем. И все-таки меня не покидает вопрос. Почему не выкидываем коробочку? Нет, почему такой коробочки не было у меня? Почему у тебя была такая же коробочка? У меня была вот такая коробочка. А внутри еще такая же коробочка была? Нет. А, была у тебя две коробочки. Но я ее не видел, по крайней мере. Как же, мы вытащили одну коробочку из другой коробочки. У тебя две коробочки были. Да? И две коробочки у тебя. У меня сейчас две коробочки. Две коробочки? Должны быть, да. Ну посмотрим распаковочку. Мне просто интересно, в любом случае, сколько коробок я выброшу в итоге. Две или одну? Не надо выбрасывать. Смотрите, как педалечки, они прям вот такие чехольчички. Блин, она симпатичная. Слушай. Слушай, надо было сравнивать с своим колесом, когда это, мы его еще не обработали. Опа. Сейчас мы его защитили. Чего? Чего симпатичное? Симпатичное, да? Ну да. Блин, такое. Ну, симпатично. Взрослая. Ну ты, оно взрослое. А у тебя-то, так сказать, это еще. Как это? Юношеский старческое, нет? Слушай, ну все-таки разница сколько? В 40 получается у них по цене. Ну по цене разница в 40, ну вот. Ну да. Ну. Как говорится, ну, покрышечка пожирней, ну диск побольше, да? Тут уже 18-19 дюймов. Ну так выглядит разница на червонец. На червонец разница, да? Вот Вадик сразу оценил. А по факту 40, блин. Ну-ка, включится оно у нас. Ух ты. Включилось. Ну ладно, на пятнарик тогда. Пятнарик? Да ладно, тут светодиоды у тебя вон так идут красиво, а здесь, ну. И здесь нет кнопки выключения.
Если я его подниму, оно как раскрутится. Все, серьезно? Да. Да, здесь нет кнопки отключения. Здесь каждый раз, чтобы перенести, надо выключить его. Да. Они только на прошках, а прошки еще не появились в продаже. На прошках есть вот здесь кнопка. Неудобно, неудачно, но она есть. Как вариант, почему не выключить каждый раз, когда хочешь поднять? Каждый раз, когда хочешь поднять, почему не выключить? А ручка здесь есть? Ручка есть, вот ручка. Вадим первый раз рассматривает колесо, поэтому все вопросы, которые он задает, очень интересны. Такой чемоданчик. Да, вот такой удобный чемоданчик. Ну, я бы сказал, что он не очень, наверное, к переносу удобный. Я сейчас попробую, кстати, чтобы оно не раскрутилось, поднять. Можно так умудриться сделать. Ну, а зачем? Что? Типа баланс. Трудно пальцем ткнуть, что ли? Ну, попробуем. Пальцем ткнул, лампочка загорелась. Пальцем ткнул, стробоскоп включился. А ты не ткни, а нажми. Так вот, знаешь, по-пацански, прям туда его. Нажал, внедри. Подержал, да? Да. Выключилось. Поставил сюда. Мне кажется, это особых усилий не требует. Так опять надо держать. Ну ты его просто проповедник готовы я скоро будешь, да? Нет, ну это, вот это логично. Ну а ты поедешь? Слушай, я боюсь, что оно недостаточно накачано. Ну здесь-то прошу. Мне кажется, что оно спущено. Ну, я пол атмосферы там. Да? Ну давай попробуем. Блин, ну ты увидишь сейчас, если сложится. Педальки какие, а? Мать да, божья, педальки новенькие. Такие знатные. Посмотри, подо мной там не продавилась она еще? Да нет. Да нет. Сегодня дождик, грязюка. А у нас вот там же. Ой, как массаж. Ой, как хорошо, она что-то так педальками так качает, так кайфово. Ой, как хорошо, это мать честно. Ой, как хорошо. Слушайте, я не знаю, с чем это связано. Ой, мое колесо уже сейчас начинает. Ревнует? Ревнует. Такой, эй, ты чё? Ой. Ты чё? Вернись на меня. Слушай, так кайфово. А в чем разница? Слушай, я не знаю, но так... Такой кайф, как будто ты на массажный стол ноги положил. И так. И оно так, знаешь, как на корабле, так чих-чих-чих-чих-чих. Оно как будто пока покачивается, что-то такое, ну так. Она такая, сейчас ты проедешь. Ой, а какие у нее характеристики? А? Какие у нее характеристики? Сколько оно на одном заряде? Мощное сейчас то, что до прошки и до теста. Ну она жесткая, педали такие жесткие вообще. И это, наверное, так кайфово. Ой, как на танк. Чувствуется моща. Даже после два. Но она чуть-чуть покачивается. Это мне сейчас нравится, потому что, ну, как бы как массаж. Высоко педали, да? А? Высоко педали, удобно. Слушай, высоко. Ну я пока сейчас не буду так, чтобы не цеплять. Я ее пленкой обтяну. Ударами, делаю гидроизоляцию, после этого только буду экстремалить, а пока я, блин, я крейсер купил, это крейсер, злюка у меня маневренная, как истребитель, а это какой-то, сука, бомбардировщик, блин. Ну, по ощущениям первым, как, нравится? Да, мне нравится, вот такое я первый раз там, мне очень не понравилось, потом я его обожаю, все, понравится прям, блин, на нем удобно стоять, на нем хочет стоять прям. Мальчик. Или девочка. Ну, ты сейчас сам проедешься, скажешь. Ну, колесо еще очень мягкое, наверное, поэтому мне так вольготно вообще на нем. Надо подкачать, подменяемое. Посмотри, да. Если камера прогибается покрышка. Я не понимаю, я не вижу, чтобы она сильно... Вот я на ней. Не, оно прогибается, но я не вижу криминала. Потому что там вообще пол атмосферы сейчас накачан. Может быть, с этим связано то, что я сейчас такой, я валки прямо как внутринец. Очень-очень. Ты сейчас прокатишься и скажешь сам. Опа. Ну, Вадик, давай. Вадим Бурлаков. Человек, который больше всех колес попробовал, наверное. Давай. Так, без спешки только, без спешки, аккуратненько. Вот, 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 хорошо. Без спешки, аккуратно, разгоняться не надо, спокойно едешь, спокойно поворачиваешь.
Спокойно, аккуратно, без спешки. Сейчас на ровную поверхность надо куда-то, наверное, выйти. Вот, да, и да. Там попробовать. Вадик все-таки сегодня первый день, он уже устал слегка, хотя ему сейчас предстоит дорога-то такая дальняя. Без спешки не разгоняйся, аккуратненько. Побереги, еще надо гидроизоляцию сделать. Вот-вот-вот, защитить. Я думаю, беречь его нужно просто держать подальше от меня. Да его надо просто в шкаф поставить и пускай стоит. Ну-ка, где это? Ручку. Все считают, что это самая неудачная ручка. А я уже подумал, может даже под корзинку что-то сделать сверху. Чтобы, знаешь, в гипермаркет заходишь и корзинку сверху поставить можно было. Его впереди, да? Ну, вот так вот как бы, да. Не-не-не-не. Вот на что ругаются, то что если ты только меняешь, она же сразу крутиться начинает. И наказывает всех, кто рядом. Ну, такое, ну да, агрессивно. Интересно. Говорят, что оно ужасно собрано, все такое. Стыки все безобразные. Посмотри, обрати внимание. Говорят, что его собирают колхозники. Не выключай его, а то придется его ставить на асфальт. Оставь его в включенном состоянии и прислони к скамеечке. Включи. Включи, а то если оно будет выключено, оно упадет. Да. Ну как? Ну я бы не сказал, что оно уродливое. Взгляд человека, который вот только вчера приобрел себе первое колесо, но уже умел ездить на колесе. Он катался на Найнботе вот этом, S2, которая на львином, на моем. И вот сегодня он уже проехал сколько? Километров 15 в общей сложности. Но объем не твоего, да, кажется? Да. Если его сравнивать со Злюкой. Вот Злюка. Ну, Злюка, конечно, она потрясающая. Ну, интересно будет по нём погонять по прямой. А сколько оно? Сколько оно может ехать? На одном заряде может проехать. Чуть побольше, чем это, говорят, что. Ну, побольше, чем зло оно может. И наверное, с моим весом... И чуть побыстрее, наверное. Ну да, побыстрее. Километров на 10. А сколько, полтос оно поедет? Ну, полтос оно поедет, да. Ну, полтоса-то много. Ну, без защиты. Я без защиты езжу, поэтому зачем? Только в экстренных, ради того, чтобы спасти человечество. А так аккуратненько, замечательно. Но для него, видишь, штатный брызговик не предусмотрен, придется колхозить что-то. А то сейчас по грязи поехать, так оно все грязное будет, и ты весь грязный будешь. Брызговик нужен. На зле самый лучший брызговик из тех, которые я видел. А у меня есть он? У тебя? У тебя по умолчанию, у тебя борта вон какие. У тебя даже не доходит. Ну-ка включись. Вот, Кингсонг 16 есть. Вот наш, как это, конюшня. Конюшня. Ну, какой тебе больше всех нравится? Мне, конечно, Злюка больше всех нравится. Но это такое необычное. Я пока не знаю. Надо будет его разобрать хорошенечко и посмотреть, потому что стихает, что он внутри собран безобразно, что все вот эти болты... что все шурупы эти вкручены в пластмассу. Пока мы КС-ку разбирали, да, там все в пластмассу вкручено. Там нет вообще металлических вставок, но при этом все неплохо собрано. Ну, да, попробуем вот здесь. Сказал один паренек, если какие-то проблемы, свободно просто пошире брать шурупчик, ну, побольше, потолще. Да, серьезно? Лучше, да. Обалдеть, потрясающие люди советы дают вообще на YouTube. Ну что, друзья, надеюсь, это было полезно для вас. Да, какой вопрос у тебя? Ну, задавай, все ждут. Я сказал, слушай, и вопрос у меня улетучился из головы. Что-то я хотел спросить. Не подкину ли я тебя до автомобиля, который находится в 10 километрах отсюда? Да нет, наверное, поехал я до него сам. 6 часов. Ну, спасибо большое, что был с нами. Интересно будет у него прокатиться. А, я хотел сказать, я забыл, что вот эта штучка мягкая, гораздо мягче, чем моя. Ну, они говорят все, что эта штучка вообще бестолковая, непутевая и все остальное. Да, потому что она, что надо вместо нее ставить что-то другое, потому что это очень неудобно. Не знаю пока ну, не знаю. Пока... Но она пришла уже с приклеенными подушками, я-то думал, сам их приклею. Но... Друзья из тех, кто поставляют эти штуки сюда, в Россию, и находятся в Москве, они уже любезно приклеили.
Поэтому отдирать я пока не буду. Посмотрим, поездим с такими, посмотрим, что будет. Ну, друзья, спасибо за внимание. Будем снимать для вас интересные видео. Надеюсь, они вам пригодятся.